Но меняем транспорт. С корабля на бал, точнее, из машины на корабль. Вот так вот бывает. Ни секунды не ждали. Сейчас идем, пересаживаемся на кораблик. И все-таки идем к воротам Карадака. Все-таки мы прибели. Ребят, не спеши. Остановите. Ну, конечно. Вот там, на край. Мы все-таки, но на край. Куда пойдем? На нос или на корму? Ну, будем перемещаться. Ух, какой цвет воды. Обалдеть. Как на Мальдивах. Как вам цвет воды? Слово море. За мачтом? Да. Навигатор хоть меньше, да, но его так не качает все равно. Да? По сравнению. Thank you.
представителя Калужского ворота. А мы сразу сейчас попробуем пройти. Где вы сможете пройти в Москве? Ложимся на обратный курс. На обратном пути вы уже самостоятельно любуетесь красотами города. Своими надоедливыми разговорами я больше докучать не стану. Если у кого-то будут какие-то вопросы, конечно же, задавайте, с удовольствием отвечу на них. Но у меня к вам один вопрос. Кому не понравилась наша морская прогулка, поднимите, пожалуйста, свои руки. Пока мы еще не дошли до причала. Всем понравилось. Тогда всем большое спасибо за внимание. Но у меня к вам еще один вопрос. Желающие окунуться в кристально чистых водах Карадага, поднимите, пожалуйста, свои руки. Я не пойду купаться. Итак, ребят, купаться мы будем на глубине 45-50 метров. Поэтому правила техники безопасности. При купании за нос это там. За кормой это вот здесь. Не заплывай. Так, будем играть в морской бой. Бум. Точно морской бой случился. Они что-то быстро. Они бомбят нас. Ты смотришь, что делают? Бабули на абордаж.